Сегодня митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий совершил великое освящение Богоявленского храма в Воронеже. Здание церкви расположено в центре города на улице 25 октября 17А. Освящение храма в христианской церкви является необходимым условием для проведения в нем богослужений, божественной литургии. Богоявленский храм был закрыт в начале 30-х годов прошлого века, после чего здание передали городскому промышленному комбинату, швейный цех которого находился в церкви до конца 1980-х годов. В 2008 году впервые в истории Воронежской и Борисоглебской епархии был образован молодежный православный приход. Воронежской молодежи было передано здание разоренного в советские времена Богоявленского храма. Своими силами ребята очистили храм от хлама и начали в нем восстановительные работы. С января 2009 года в полуразрушенном храме регулярно совершаются богослужения. Тишина старинных улочек бывшей Пушкарской слободы оглашается теперь колокольным звоном.